Chodźcie, no szybciej! Zatrzymywać się! Nie ma rady z tymi. Nie rozmawiać! Chodźcie, no szybciej! Как только выйдем на поляну, сначала стреляй в воздух, а потом... Понял? Слушаюсь. Не чипор. Приготовьтесь. Иди. Все понял? Да. Стой! Ну, иди сюда! Эй-эй-эй-эй-эй! Нашел мальчика для игры. Я полдня с поляками играл, в догонялки. С поляками? Прицепились. Им же интересно, куда я третий день из дома ухожу. Ой, так ты что, третий день сюда приходишь? А то. Ай-яй-яй. Садись. О, грейся. Как Максим? Максим к Аленке своей в Макруши подался. А, хорошо. А мамка? Ничего, мамка. Плачет все время. О, ты смотри. Береги ее. Я берегу. Ну, давай, что принес. Так. А что? Мамка больше ничего не передавала? Нет, ничего. Ага. Ну, когда в другой раз придешь, напомни ей, чтоб лекарство мое дала. А что, Параска не может тех лекарств вам нагнать? Конечно, может. Но у нее как-то не так получается. Вот ваше лекарство, папа. А ты, Симон, совсем взрослым стал. А я и не заметил. Говорил, из пулеметов надо. Из пулеметов.
Я же сказал, кончать всех. Так они сразу карабины побросали и руки в гору. Может, отпустим? С какой радости? Они тебя до конца своих дней запомнили. Ты, может, думаешь, что пулемет они взяли, чтобы по воробьям стрелять, а? А лопату, чтобы бульбу копать? Я чего про волков раньше времени крикнул? Потому что услышал приказ Лугошица, который он пулеметчику давал. Стрелять, когда мы выйдем из леса. Кстати, а где он этот, Лугошиц? Он вон там, на опушке лежит. Я его сразу кончил. Лоза, сходи глянь. Счастливый твой бог, пан Лугошиц. Коню своему свечку поставь. Ему твоя пуля досталась. Все-таки убить решил. И понабирал сморкачей. Они убить-то нормально не смогут. Пусть учатся. Кровью связать хочешь? А хоть бы и так. Целься. Бли! Эй ты, Гицель, а ну слазь, а не то пальну. Ты кто такой? А ты кто? Здешний будешь? Здешний. Я тоже здешний. Ты один? Один и не один, со мной стрельба. Вижу я, какая у тебя стрельба. У меня на огороде пугало с такой стоит. Ах ты паскудник. Да я из этой стрельбы 5 кабанов уложил. Так 5 кабанов положить может только дядька Талаш. Ай, Мартын, Лоза! Ай-яй-яй, здорово! Дядька Василь! Дядька, ну ладно, я тляхов прячусь. Вы-то чего на ночь глядя по лесу бродите? Да, свидание у меня тут с младшим сыном. Не видел? Симонку? Нет, не видел. Однако, ладное вы место нашли, дядька Василь. Видать, поляки вас, как и меня, повсюду ищут, если с родным сыном в лесу встречаетесь. Симон не пришел. Домой надо идти.
домой. Василь. Василь. А, ну, здравствуй. Чего Симон не пришел? Забрали его. Поляки забрали. Когда? Как от тебя вернулся, так и забрали. А кто это с тобой? Да свои, свои. Лоза? Лоза! Вечер добрый, тетка Настя. А я тебя сразу не признала. Тут про тебя столько всего говорили, и что снарядом убило, и что от ран помер. Василь, помнишь, тогда похоронка пришла? Настя! Да что вы все с похоронкой с этой? У меня на фронте даже царапины не было. Значит, жить долго будешь. Добрый вечер, отец. Здорово, Мартын. Здравствуй, дружище. Максим, Симон сказал, ты у Алены. Это я его позвала. Страшновато одной. Ладно. Давайте ужинать. Ой, божечки, сейчас, сейчас. Я во всем виноват. Он же говорил мне про поляков, а я... Мне надо было сразу его с собой, к Параске. Не было бы Симона, они бы мамку схватили. Им вы нужны, батька. Что предлагаешь? Ничего. Ну, если ничего, иди спать. Зря ты с ним так, отец. Он уже взрослый. Взрослый. Младшего брата в тюрьму забрали, а он ничего. Залез под юбку к своей Алене. Сидит и не высовывается. Это ж вы с его слов тогда Длугошица подпалили. И если б не война, в Сибири б кандалами гремели. Тут моя вина. Максим мне первым про документы сказал. А уже потом я хлопцев на поджог подбил. Из-за Авгении все. Думал, спалим бумаги, забудут про нас. Женюсь на ней. А когда на войну забрали, надеялся, ждать будет. А вернулся. У нее уже муж и детей куча. Ой, Мартын, Мартын. Много чего ты не знаешь. А я и знать ничего не хочу. Прошло все. И хватит об этом. Ну, хватит так хватит. В лес уходить надо. А вот это правильно, дядька Василь. Вот только людей бы... Да людей-то найти можно. Балук, Максим, я, вы уже есть. Важное войско. Я знаю, кто мне Симонку вызвались, поможет. Красным пойду. Высокую Рудню. Вот так вот. Ничего из этого не получилось. Получится, Збышек, получится. Я вызвал два взвода легионеров и попросил разрешения передать их под твое командование.
Операция должна быть закончена быстро. И без этих твоих колебаний, чтобы никто не ушел. Ясно. Ясно. Возьми в помощники кого-нибудь из местных, хотя бы этого, твоего сводного брата. Как его? Стефан Бусыга. Степан Бусыга. Да-да. Бусыгу. Ах, Казик, Казик. Старый проказник. Когда твой отец, дядя, пожалуйста. Капитан, возьмите Войта Бусыгу и его людей. Операция должна выглядеть как ответ местных властей на убийство польских солдат. Понятно? Так, так точно. Шестой. Вот так вот. Не приносил бы ты эту гадость в дом. Не дай Боже, детям в руки попадет. Боишься, что тебя застрелят? Боюсь, что тебя. Мне Збышек еще один подарил. Называется «Дамский». Во. Смотри. Вот уж правда братский подарок. Ты снова за свое? Бах. Осечка. Бах-бах. Убита. Не надо. Дети не спят. Отец вон. Степа. Завтра на рассвете в вепрях операцию проводим. Лазу твоего с голодранцами ловить будем. Лазу? А если с тобой что случится? Куда я с этим выводком денусь? Глупая. Что со мной случится? Что со мной случится может? У нас отряд, человек 100. Поеду, постреляю, попугаю и вернусь. А если случится? Куда это ты, на ночь глядя? Ехать надо.
И что теперь будет? А то и будет. Пойдем в лес, мужиков соберем, будем с поляками воевать. Воевать вы мастера. А мы? Дед вон хворый, я на сносях. Ты езжай к своим на хутор, а батька пусть остается. Его не тронут, старый. Что там? Ничего. Показалось. Стучит кто-то. Оглохли вы там или что? Ветер, это папа, ветер, спите. Кто там? Мартын дома? Может, поздороваешься? Подруга. Добрый вечер, Таиса. Дома, Мартын. А зачем замужней бабе ночью чужой мужик понадобился? Говори, Таиса, дело серьезное. А чего ему дома быть, если его еще на неделю арестовали? Может, в хату зайдем? Чего в сенцах толочься? Дед Микола спит. Боюсь, разбудишь. Ты тут говори. Ну, тут так тут. На рассвете поляки к вам приедут. Беглых арестантов ловить. Так что передай Мартыну, пусть уходит. Только за этим пришла? Зря ты, Таиса. Ты жена. Его дитя носишь. А я... Давно это было. Так давно. Считай, что и не было совсем. Кожух его в хату занеси, выстудишь. Кто был? Уходить тебе надо, Мартын. Утром поляки придут. Ваше мнение, товарищ командир? Мнение такое. Перед нами стоит польский отряд. Обойти их с фланга и ударить с тыла. Но на Припяти лёд. Как ты ее обойдешь? Это крюк километров 10. Тут пуща, тут болото. Товарищ Бугрей! А на поляков нарвемся, в бой придется вступать. Добрый день, в хату. Сам же понимаешь. А 10 верст по такому снегу, так это ж сутки ходьбы. Да хрен перестаньте вы! Собаки 10 каких-то верст, это ж не крюк. Я по этому снегу в два раза больше. Послушай! Здравствуйте, товарищи красноармейцы. Так, кто такой? Товарищ Бугрей, лазутчик, задержан, документов не имеет. Лазутчик, говоришь? И откуда ты такой, дед? Здешний я, с Примаков. Мы в Примаках были. И что у вас в Примаках? Все так ходят? Не ходят. Это я пока к вам шел, так вот, кабана встретил, и он мне немного того... приласкал. Говорит, кабан 13 пудов. Но, может, трошки меньше. И что, убежал? Кто? Ну, кто-кто? Ты. Зачем?
Я его застрелил. Ух ты! Вот его берданка. Из этой? Из этой самой. Да, кабан на 13 пудов. Мост так же ты врать, дед. Погодите, погодите, товарищи. Товарищ Талаш, Василий... Исакович. Да-да, конечно, конечно, помню, помню. Исакович. Товарищи красноармейцы, это мой старый знакомый друг, товарищ Василий Талаш. Во время весеннего наступления я у него был на постое. Прошу любить и жаловать. Но... Самогонка у него, я вам скажу, а? Ну, каким ветром к нам занесло? Да нашим, полесским. Правда, с запахом польским. С поляками что-то не поделили? Ага. Они у меня сено отобрали, последнее. Вон оно что. Вон как. А чем? Скотину кормить. Зима ж вон. Да. Так ты бы объяснил, что последнее? А я пробовал. Объяснял. Не поняли. Да что с ними говорить? Ну и? Ну и... Побил их трошки. Вот и избежал. И сколько ж их было? Ихних пятеро. Ага. Да наш один. Только он не лез. Свежо предание, довериться с трудом. Что свежо? Ничего, говорю, староваты вы для того, чтобы кабана в 13 пудов завалить. Да с 5 поляками расправиться. Ну, не верите. Не верим. Мне не верите. Тебе не верим. А вот он. Может одолеть 5? Ну, так это вы сравнили. Ну, тоже. А ну-ка, отойдите. Покажи свою силу. А ну, давай поборемся. Да ты что, дед? Да иди ты. Все в порядке. Сбышек, дай-ка мне 3 жалнеров. Подозрение имею. Какой я тебе, Збышек? Я же не обращаюсь к тебе. Степа. Чего ждете? Пошли вон. Виноват. Пан капитан. Выделите мне 3 жалнеров. Надо зайти в хату к одному из бандитов. Разобраться. Это твоя забота, Войт. Разбирайся сам. Зачем тебе легионеры? Погоди, Степан. Пошутил я. Посмотрите на него, какой обидчивый. Уж не к Мартыну Лилозе направляешься? К нему, а что? Может, мне тоже с ним разобраться надо. Легионеры! Напшу! Вперед! С той стороны заходите. Выше слева, по правой стороне. Так, ест. Есть его. Ты же не только повеселить нас пришел. Поляки сына моего заарестовали. Малец совсем. 12 всего. Вот сволочи. Душить надо гадов. Да я бы их. Видите, товарищи, как поступают интервенты с угнетенным крестьянством. Только давайте не будем устраивать митинг, товарищ невидный.
Дядька Василь, чем мы можем помочь? Как чем? Всем? Вы же Красная Армия. Что скажете? Ну, вот это вопрос сложный, товарищ Талаш. Боюсь, мы будем вынуждены вас разочаровать. Во-первых, мы не знаем, где находится ваш сын. Сын. Во-вторых, в планы военных действий нашего батальона не входит его освобождение. И в-третьих, мы не можем рисковать боевыми единицами ради какого-то пацана. Вот так. Но за помощь, родной, большое вам спасибо. Какую помощь? Ну как же? Мясо, кабан, 13 пудов. Забыли, родной. Мясо. Не забыл. Тогда давайте так. Я вам свежину, вы мне людей. Так. Я что-то не понял, товарищ Талаш. А как же солидарность рабочих, крестьян? А? Я вам мясо, вы мне солдат. Вот и вся ваша солидарность. Вы тут только дома. Так есть. Гляньте там. Здравствуй, Степа. Степа, на поле коров пасет. Ко мне обращаться пан Войт. Поняла? Поняла. Где он? Ты оглохла или что? Я у тебя спрашиваю. Про что вы, пан Войт? Мартын где? Вам лучше знать. Вы же его арестовали. Слушай, не прикидывайся дурочкой. В Вепрях все знают, что арестанты сбежали. Так я ж по соседям не хожу, сплетни не собираю. Где сын? Так вы ж, панучек, его не так давно арестовали. Что-то ему у нас не понравилось. Сбежал, гад! Так, может, плохо приняли? За капитана! Иди давай. А на копчилище... А накурили-то? Езус, Матерь Божья! На место! Что ты делаешь, паскуда? Иди! Степа! Я ж тебе... Солон! Беременная! Какого тебя, Степа? Пан Войт! Пан Войт! Пан Войт! Заставить! Отставить! Так что, Войт? Мы пришли сюда со стариком, да с бабой беременной воевать. Был Мартын, был Мартын в доме или нет? Она говорит, что нет. Но следы на дворе. Их кто-то предупредил. Как пить дать предупредил? Но то довед. Так узнай, кто. Пан капитан, пан капитан, куда же вы? Я могу сказать, кто предупредил? Заткнись, курва. Что, Степа, догадался? Молчи, а то убью. А я сейчас имя назову? Что? Тогда посмотрим, кого тут убивать будут. Пан Лугошец! Пан Лугошец! Пан Лугошец! Thank you.
А я думаю, мы должны помочь товарищу Талашу. И положить половину бойцов ради мальчишки? Отец этого мальчишки отдает нам 200 килограммов свежего мяса, чем спасает батальон от голода, товарищ комиссар. А я поддерживаю предложение взводного. И еще предлагаю передать под командование товарища Талаша 10 человек ополченцев, примкнувших к нам здесь, в Высокой Рудне. Правильно, командир. Все, товарищи. Вот так-то, дед. А ты боялся. Товарищи, дорогие, а я бы подумал... Не думай. В таком случае я прошу... направить меня во взвод товарища Букрея в качестве комиссара. К тому же у меня в тех местах свои дела есть. Надо проверить, как там мои агитаторы работают. Я не возражаю. Пойду посмотрю. Товарищ Талаш! Свободны. Хотелось бы поближе познакомиться с вами. Давайте присядем. Василий Исакович, вот вы понимаете, какие цели преследуют польские империалисты? Поляки. Своих коней моим сеном кормить. Родной, я не про сено. Я, как бы вам объяснить, в мировом масштабе. Наверное, Польшу польской сделать хотят. Так, ага. Без немцев, без вас, простите. Как это без нас? Я думаю так. Польшу полякам, Россию российцам, а Полесье нам. Ну хорошо, а вы что-нибудь о мировой революции слышали? Вы слышали? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Слышал кто-то. Ну так что же вы, родной? А вы сами, простите, кто будете? Я? Я рабочий из Бобруйска, невидный. Невидный? Ну, невидный, это, конечно, не фамилия. Это подпольная кличка. Нянушка. Как? Нянушка. Да, Минушка. Это для конспирации, понимаете? У нас большевиков так. Каждый имеет свою подпольную кличку. Минушку. Скажите, а у товарища Ленина тоже кличка есть? У товарища Ленина, как и у меня, другая фамилия. А подпольная кличка Ленин. Ленин. Это кличка? Это как у моей собаки кличка Лентяй? Ну, привет!
Славянчик, Соловейчик, ко мне. Что надо? Не что надо, а товарищ командир, по вашему приказу, такой-то, такой-то, явился. Понятно? Понятно. Непонятно? А так точно? Так точно. Давай сначала. Куприянчик, Соловейчик, ко мне. Докладывайте. Товарищ командир, по вашему приказу, такой-то, такой-то явился. Издеваешься? Дядька Василь, говори, чего надо. Строевой нас учить не нужно, в германскую замордовали. Понятно. Непонятно, а так точно. Хватит, мужики. Я с вами не в цацки играю. Если порядка не будет, сами знаете, что будет. Идите сюда. Ну? Скоро и в Иркутье будет. Мы с товарищем Букреем и товарищем Невидным решили ночевать там. Так мы пошли? Куда? Ты нас в разведку посылаешь или что? В разведку. Так мы пошли. Ладно, идите. О, заместитель твой. Сиди, сиди, дядька Василь, сиди. Угощайся. Все в порядке? Обязательно в порядке. Не зря же мы впереди идем. А скоро твое в Иркутье будет, товарищ Талаш? Скоро. Скоро, товарищ Невидный. Надо бы вперед взводную разведку выслать, а? А я уже послал. Вам, Василий Исаакович, не проводником. Начальником штаба быть, да. Ишь, как вы все продумали-то, а? Слышь, дедок, еще раз в голову что-нибудь стукнет, ты со мной посоветуйся. Ладно? Я как бы тут не при обозе состою. Так точно, товарищ командир. Никто не видел мы. Удалось! О, хлопцы! А вы что тут делаете, а? А мы тут живем? Давно? Как родились, так и живем. Угу. А где я тогда живу? Ты кто такой? Я кто? Главный конюх Самусик! Меня каждый знает! Поляки в поместье есть? Сколько хочешь! И поляки, и полячки, и собаки, и собачки на любой вкус! О, смотри! Пани Адаме, тут меня! Тише ты! Тише! Холодно? Ну, уже. Ты мне сказки не рассказывал. Если что, я тебе. Здорово живете, товарищи красные начальники. Это и есть твои разведчики? Ага, они самые. Показывайте, что притащили. Он по дороге у вас не окочурился? Не должен. О, так он же спит. Как спит? Как все люди, когда пьяные. Крепко. А ну-ка. Ты кто? А ты что, не видишь?
Темно тут. А теперь? А теперь вижу красные. Тогда докладывай, что у вас в Иркуте делается. Праздник у нас в Иркуте. Но. День рождения пани Урсулы. Военных много? А сколько? А, господа товарищи Фануэ, я извиняюсь, может, у вас выпить есть, а? Что ты сказал? Горелочки там, самогонки, а? Можно спирту, мне без разницы. А то думки расползаются. А хочешь, я сейчас эти твои думки по снегу размажу. Не надо, родной. Подождите, товарищи командиры. На. На. Большое человеческое спасибо. Благодетель! Да, да ладно. Ладно, офицеры есть? Пять офицеров, пять жандармов и один охранник. Кон не поднес. Это с какой радости, а? А я ему обещал молодицу с села привезти. Молодицу? Угу. Холодно ему службу нести на морозе. Офицеры с паненками, жандармы с дворовыми. А он с... Ясно. Ясно. Ну что? Скажи, значит, отойдем. Охранник там один. А чего им бояться? До Михалова рукой подать. А там войско. Красные далеко. А-а-а. Ну, кто же знал, что вы туточки? Товарищ Букрей. Что, дед? У меня план кое-какой есть. Я вот что думаю.